Мандарин. Стол. Несмотря на гипс, юные пациенты находят, как повеселиться. Маленькую Веру сбила машина, у нее перелом ноги. После операции вставать с постели она пока не может, но мужественно переносит лечение. Ножка в порядке, только чуть-чуть больно. Но чуть-чуть, только когда я шевелю, то мне больно, там кость больно внутри. Сегодня в детском травматологическом отделении больницы Середавина 35 маленьких пациентов. Тяжелых больных, к счастью, нет. Все ребята идут на поправку. В этом году впервые не было смертности детей от политравмы. Да, погибали дети на дорогах, потому что там несовместимые были травмы с жизнью и, к сожалению, не смогли довести до нас детей. Но если ребенок переступил порог сюда, у нас в приемном покое есть все для того, чтобы начинать с первой секунды оказывать медицинскую помощь. Травматологическое отделение перевели сюда из больницы Пирогова в марте 2011 года. Теперь, чтобы лечить ребенка, получившего травму, его не нужно гонять по отделениям. Врачи всех профилей в одном месте. В год здесь лечение проходит более 1500 ребят. Как правило, это переломы предплечья, голеностопа, вот переломы позвоночника. Ну, все в зависимости от сезонных времени года. А также все тяжелые травмы, которые возникают на трассе М5, поступают к нам в травмпункт, и уже мы госпитализируем в травмоотделение. Одновременно со стационаром 5 лет назад в больнице Середавина начал работать детский травмпункт. УЗИ, рентген, компьютерная томография. Чтобы комплексно обследовать ребенка, здесь есть все необходимое современное оборудование. Диагноз ставят быстро и точно. С юными пациентами работают только врачи высшей и первой категории. Алина Чемерис, Станислав Левин, «События».